В Одесской области за сутки подтвердились 463 новых случая COVID-19. Число зафиксированных случаев в регионе увеличилось до 28 665 человек. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. На утро 9 ноября 2020 года в Одесской области зарегистрированы 28 665 случаев COVID-19. Из них 11 914 человек – жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрировано 463 новых случая заболевания. Из них 192 у одесситов, 271 у жителей районов области. По данным на 9 ноября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 215 пациентов с COVID-19. Из них 111 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 104 пациента. Департамент здравоохранения Одесского горсовета разворачивает в больницах дополнительно 410 коек ковидного фонда. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила заместитель директора департамента Надежда Гончаренко.